Чернота и сырость. Так сейчас выглядит коридор 3-й физико-математической школы, которая всю жизнь считается одной из лучших в городе. По словам родителей, сейчас в школе закрыто несколько кабинетов. Там идет ремонт. 5 классов просто затопило во время дождей. Директор школы внутрь нас не пустила, преградив съемочной группе дорогу. Руководитель призналась, проблема есть. Знают о подмоченной репутации 3-й школы и в Березняковской прокуратуре. Ситуация с протеканием крыши в 3-й школе известно прокуратуре города уже длительный срок, проводится в настоящее время проверка причин возникновения протекания крыши. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Почему же учреждения не привели в порядок к 1 сентября? Этот вопрос мы адресовали в пресс-службу городской администрации. Сегодня ответа мы не получили. К этой теме мы еще обязательно вернемся.